политическое поле после отставки Суркова никак не изменится. Потому что реальная отставка Владислава Суркова состоялась 1,5 года назад, когда он ушел из администрации президента в правительство. В этом правительстве он был самым главным аппаратчиком, а эта должность не очень политическая, во всяком случае, в данном случае оказалась. Кроме того, отвечал за инновации, которых практически-то и не было. Он отвечал за Сколково, а Сколково, как мы знаем, пока не состоялось. Может быть, там могло состояться в будущем, но пока этот Сколково ничего не делает, ничего особенно не производит. Поэтому отставка Владислава Суркова никак не повлияет на политику. Это просто скорее символ.